Не задерживай, боярин ждет. Здравствуй, Алёнушка, светочей моих. Давно... Все шутки шутить. А как же мне в глуши? Негодник ты. Экое дело. Ох, Юра. Ладно, схожу. Не волнуйся. Ну, здравствуй, птица-синица. Ох, Настя, скал. Хоть бы весточку. Что ж ты так? Вроде не чужие люди, Юра. Ох, Настя. Правда? А-а. Ой, дурак. А ты, я смотрю, за этот... Я... Ну, конечно. Да не бу... Ступай. Здравствуй, батюшка Тимофей Фёд... Юрка. Здравствуй. Не жалуюсь. Эй, Кей, ты вояк. Ну, было так. Ох, нехорошо это. А много ли себе люди, какой бы ни был? Ну что ж. И твоя рука, Юр, как скажешь. Вот и хорошо. Да хоть спи. Завтра же и почистили. Ты же, Юра, как тоже правда. А я стар. Где ж так посмотрим? Вернёшь. Ну, ступай, Юра. С Богом. Какой огромный город. Как же я здесь людей нужных найду? Граждане нижегородские, люди русские!
Чего тут только нет. Со всей Руси товары везут. Кручина сказал, купца Еремеева надо в Заряде искать. Солнце еще высоко. Купец, а хоромы аж княжеские. Да, богатые здесь живут. Риханов сын от бати сбежал в скоморохе. Бежал, да не побежал, вернулся назад. Приветствую, господин. Я Юрий Волос, а Дмитрий для начала понимаю, что я не прав. Верно. Хотя ты бой. И как же мне с ними, как обычно? А дальше что? Опять? Ха. Да, между деньгами. Понимаю. За это не беспокойтесь. Ополчение. А вот я ру. А с Мининым? Староста. Понимаю. Ну, как оно тут? Я человек. И правда. А что за дело? Есть. А расскажи, где? Да, не... Это... Не беспокойся. Что-то зябко, холодом от руки тянет. Thank you.
хозяин? Нету больше лисих людишек в твоих сараях. Ну что? Чё ты? А что по моим? А князь тут сложит. А кто вход? Есть. А только нет. Правда, а то... Спасибо за участие. Богом надеюсь, не пропа... Богатый дом, а охраны, считай, нет. Смелый человек этот Голчин. И все как нас, так разве добро, так значит, и твой испытаю сабли, а вот и что за дело, беда у нас, говорят, а точно, точь, мол, отчего же, а я, что ж. Голчин попросил, чтобы немчура эта сама на меня напала, это я мигом, главное, чтобы они хоть чутка по-нашему понимали. Вот ты считали, а языком дала, дал
странные. Иди с нами, боярин, там разберемся. Эх, боярин, как же так что? Да вот как и твой. Ну да. Это не учитель здесь, прямо погода, Семенка, если у него неподалеку есть.